Больше добрых дел и поступков. В Самаре подвели итоги областной общественной акции «Благородство». В регионе она проходит уже в 19-й раз. Из 305 номинантов оргкомитет выбирал лучших из лучших. Всего 37 человек, которые вложили свои силы и средства на благо родного края. Социальную значимость традиционного проекта оценил мой коллега Владислав Жирнов. Благородны их седины и дела. Самые поучительные номинации акции, как говорят организаторы, это ветераны. В этом году лауреатов трое. Виктор Евгеньевич, в свои 89, работает с тольяттинской молодежью. Рассказывает о фронте, о легендарном параде Победы 45-го, участником которого он был. Кроме школ, вот я лично общаюсь с воинскими частями, спецназом Тольятти, выступаю там перед ними. Ветеранам вторят волонтеры. В одноименной номинации самые молодые и юные. На счету 16-летней Алины десятки различных мероприятий. Она работала добровольцем в акциях «Сирень Победы», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка». Большинство друзей, с которыми я общаюсь, когда они узнали, чем я занимаюсь, они пошли и стали принимать участие в акциях. Им это тоже понравилось. То есть приходит людей много, а уходит редко кто. Областная общественная акция «Благородство» ведет свой отсчет с 1998 года. За это время ее лауреатами стали более 500 человек. В этом году в адрес оргкомитета поступило 350 заявок из 9 городов и 25 районов области. Из них общественный совет выбрал только 37 лауреатов в 10 номинациях: «Забота», «Ветеран», «Волонтер», «Люди в погонах», «Усыновление», «Память», «Преодоление», «Спасение» и «Меценат». Как правило, наши лауреаты – это именно те люди, для которых это не просто разовое какое-то событие там, да, или то, что вот они сделали добрый поступок, а это они так живут. Каждому из вышедших на сцену можно отнести слова евангельской мудрости. Кто душу свою отдаст ради других, тот ее сохранит. Кто захочет сохранить только для себя, потеряет. Возвращался домой после работы. Увидел в своем селе, как маленького трехлетнего ребенка, трепет собака. Естественно, остановил машину, выскочил, отбил его, как прогнал собаку. Организаторы проекта говорят, что их главная цель – вдохновить живыми примерами других на благое дело, чтобы люди смотрели с сердцем, ведь главного глазами не увидишь, тогда мир станет светлее. Эти слова, кстати, официальный девиз акции «Благородство». Владислав Жирнов, Сергей Александров, «Новости губернии».